И снова здрасте. И снова всем привет, Сергей. Сергей! Всем привет. Далеко идем, рассказывай. Куда идем мы с пятачком? Копать ранее. Под лопату, друзья, под вилки. У нас тут бороздочка. Есть у нас видео на канале, да? Да. И вот она у нас уже вся высохла. Тут мы на ведерочку посадили весной. Между дакшой и свеклой. Да, давай, будем сажать. Начинаем. Всем приятного просмотра. Ну что, Сергей выкопал, да? Да. Такая хорошая, розовая прям. Это розоватая. Обалденная картошка. Несмотря на тень. На тень. Да, она у нас яблони. Под яблоней. Да, ну и как бы под яблоней сухо бывает. Картошка отменная. Классная. Ну в этом году она даже везде... маленькая, но она такая вся прям. Ага, везде хорошая. Ровненькая. Так, ладно, мы ее отдельно. Ага. Давай дальше белую копать. Сейчас попробуем белую копать. Возьми вот это ведро под ботву. Сейчас, порядок мне тут содержать. Я уже, честно сказать... Ай, деревья! Морковку не задави. Видно? А белый тут ботвы нету. Уже... Ботвы нету, да. Может, там и нету ее? Сейчас посмотрим. Может, и нету. Я ее уже... Истерика. Я ее уже подкапывала. Честно сказать, думала. Один куб. Ё-моё, думала, ошиблась. Три штучки. Четыре. И маленькая. Пятая. Ковырну. А, нет. Положи ничего. Ведерко ее. Ну что, нормально. Такая прям. И ботва никакая, а как ничего. Да, вот. Ботва никакая, мне кажется, она и не цвела. Ой, как приятно. О, нет, наколол чуть-чуть. Не страшно. Да, гладненькая прям. Такая. И в руках приятно держать. Ой, ее мало, но она прям такая вся. Ага. Интересненькая. Подожди, свекла. Оп. Красотка. Красотка. Блин, а земля, влага есть, да? Есть. Ну тут еще это свекла. Тенек создает. Нормально. Ботву убрал. Да, тут ее и нету. Ботвы. Все равно. Аккуратненько. Потянуть-то не за что. Да, ботвы нет. Хорошие. Побольше, но помельче. Так, друзья, продолжаем. Ложим в кучку, чтобы она на солнышке обсыхала. Вот. Там у нас розовая. Тут у нас бульдожки. Такие прям хорошие. Так, это что-то какая-то... Старая. Подзагнила. Попалась. Старая. Потом уберем. Нормальная. Дальше. Ой, сыроватая глянь, да? Угу. Ой, травишка. Ну что, наугад? Нет, вот он, куст торчит. Да. Какой наугад? Ботвы нету. Интересно. Сергей выкопал. Вот экземплярчики какие. Ой, я не знаю, наверное, килограмм точно. Да ужас. Это вообще огромное, глянь. Две. Ну сколько да. Получилось? 2, 4, 6, 8, 9 штучек на пласту. Ага. Вот эти 4. Хорошие прям. Ну, 5, ничего. Тоже нормально. И 3 миленьких. Продолжаем. Да.
Ох, экземплярчики. Очень развалились. Так, ботвы нет, но все равно мне надо ведерочку собрать. Нет, ну, такую картошку приятно копать. Несмотря на то, что мы ее копаем под лопатку вилами, да? Да, мы честно. Вот, следующий куст, смотри, картошка торчит. Под мотоблок. Ну, тут как бы чуть-чуть ведерку мы посадили. Я думаю, мы справимся. Вот. Старая сопрела совсем. Травишка. Ой. Прикольная. Прикольная. Вот. Большущая. Картофанчик. Оставляй нам ее здесь, туда кидать далеко. Ага. Ну то побьем. Глаз радуется, хотел сказать, душа. Ага. Душа поет. Не знаю, как нету, да. Есть там, вон он торчит куст. Ой, картофанка. Ну и что, ведра два выйдет? Белый. Да, пожалуй, будет пару ведер. Ну, у нас... Оно даже и не полное ведерко-то было. И оно было разделено на сколько? На два или на три сорта? На два. Розовое и вот это белое. Там, смотри, свекла начинается, семена. Ага. Что там? Посмотри, приподними эти листочки. О. Ага, туда вон. Подбрасывай, да, я ботву заберу. Вот еще есть. Вот эти семена подними, вон торчит еще. Один куст пропустил. Ну да. Кустик еще один. Хорошо, хорошо. Но кусту не особо много, но крупная. Друзья, уже повторяемся, сорт не знаем. Неизвестно. Нам посоветовал, кто нам посоветовал? Друг. Нет, как назвать картошку? Сержанна. А, да. Помнишь на YouTube? Да, был такой. Вот. Интересный комментарий. Да, поэтому ой. Назовем Сержанна. Сержанна. Визуально. Все, друзья, вот и все. Был у нас Сергей, давай комментируй. Это у нас, ребят, ранняя картошка. Посадили мы весной вот так, полведерочка. Есть у нас видео на канале. И розовый, вот, и белый. Всего было полведерочка. Вот собрали. Сколько, Сергей, тут у нас получилось? Полмешка. Ну, ведра два 10-литровых, да? Да. Будет да, так? Да. Ну, да. Такая прям, покажи, вытащи. Прикольная, хорошая. Так, что по ботве? Ботва вообще никакая. И что ты сказал? А картошка хорошая. Нет, ты сказал, что на огороде ее... Забьет американка. Чисто для себя, ну, на еду там пару-тройку ведер, она же ранняя, посадить, я думаю, стоит. А так ее забьет американка. Да, когда я копала, я, конечно, была в хорошем удивлении. Вот розовая, да? Ну да, ну розовая чуть-чуть помельче, но все равно хорошая. Не, ну тоже. Почему? Нормальная. Гладенькая. Мы ее тоже пробовали. В общем, получается у нас 5 сортов, да? Да. Итого. И все 5 мы... Знаем теперь, какую нам куда посадить, ну, да. Какую оставить, какую ликвидировать. В общем,
все отдельно рассыпем. Да. Вон Кирас Сергей сделал. Чтобы не перепутать. Досочки купили. Раньше у нас была одна удача в одном большом бункере. Теперь, друзья, нам подсуропили. Вот такая у нас канитель. Ну что, Сергей, на этом все? Да. Пишите комментарии, ребят. Ставьте лайки. Всем пока-пока. До новых встреч, друзья. Пока.